Поговорим с ним вообще, мы проверим, как он нормально работает, а вдруг это... Скажите, фонограмма. Тебя хоть слышит или нет? Да. Антоша, введи, пожалуйста, по расстрелу монитору делать. Вы представьтесь, как вас зовут? Анастасия. Анастасия. Я так лучше зовут. Может, я дядя Валера Слушкин. Готовы? Точно? Не волнуйтесь. В случае чего, ну, как говорится, я не понимаю. Готовы? Серега, ты готов? Ну давай-ка, Лега Гремян! Вместе с Анастасией! Yeah.
аккуратнее. Ребята, помогите.